Этот день стал праздником для крымчан и всего народа России, а Крымская весна – символом единства и сплоченности нации, важным историческим событием для нашей страны. Благодаря Крымской весне, случившейся 10 лет назад, этот день освобождения придет каждому русскому человеку. В Новороссии, в Малороссии, ко всем тем, кто хранит в своем сердце верность своей большой и великой родине, своим предкам, своей истории. Перед жителями и гостями столицы выступили творческие коллективы и артисты республики. Вокальная группа «Айна», солистка ансамбля «Кантели» Ирина Попова, вокальная студия «Соло», солисты музыкального театра «Карелии». На экранах демонстрировались крымские виды. Гости праздника согревались танцами, пирогами и чаем на крымских травах. Дарья Лопухина, Максим Зверев, служба новостей.